Добрый день, родной бич, самый родной бич Санта-Люсии. И последний день зимы, 29 февраля 2020 года. А здесь непонятно, здесь что? А вон в чем дело. Здесь оказывается такой проливчик из одной бухты в другую. И вот он плывет, этот парусник. Шикарно. А попробую я выйти вот туда вот. Что же я там увижу? Ой, какая красота. Шикарная погода. Ай, говорю. Шикарнейшая погода. 26 градусов тепла. Просто не верится, что сегодня последний день зимы. Да. Это... Заканчивается наше зимнее путешествие с 21 декабря 19 года. 21 декабря 2019 года. И вот он поплыл туда. И куда же он поплыл? Этот кораблик. Там красивые дома. Такой заливчик. Выход в открытое море. Ну-ка посмотрим. Есть игральные аттракционы. А вот там тот шикарный пляж, на котором как раз мы сегодня загораем. Вода просто очаровательная, изумрудная, прозрачная. Просто обалденная. Ну, не страшно. Пожалуйста. Да, это наша Сулейман-гора, только в Карибском море, порт Сан-Люси. Ну, когда следующий там приплывет, когда он выйдет из этой бухточки. Шикарно, правда? Здесь такой заливчик. Ну, вернусь назад, пока он там выплывет. А здесь ресорт, через который мы прошли на этот пляж. Вода даже не волнуется. Посмотри, видно, видно. Вчера мы снимали, как Миша кормил рыбу. Облачка просто плавают. Небо голубое. Какой-то просто ветерок здесь такой небольшой. Здорово, правда? Ну хорошо, мы сюда обязательно еще вернемся. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. Шаббат шалом. Шаббат шалом, дорогие друзья. Санта-Люсия. 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 Бай-бай.